Добрый день! С вами «Промэлектрика». Представляем разъемы М12 для коммутации управляющих сигналов. Для подбора разъема необходимо знать количество контактов, материал корпуса и габарит гермовода. Предлагаем 5-контактный угловой разъем в металлическом корпусе, укомплектованный гермовводом PG9. 5-контактное гнездо фиксируется металлической гайкой. Кабель присоединяется к латунной контактной группе винтовым креплением. Электрические характеристики. Напряжение до 60 вольт постоянного и до 250 вольт переменного тока. Контактная группа 4 ампера. Степень защиты IP67. Корпус пыли непроницаем и влагозащищен. Возможно кратковременное погружение в толщу воды. Такой разъем применяется для индуктивных, оптических, емкостных, ультразвуковых датчиков и датчиков давления. Если вам нужен по-настоящему надежный разъем, стоит выбрать модель в металлическом корпусе. Такое присоединение будет надежным и устойчивым к случайным повреждениям, выдерживая легкие удары. Разъем значительно экономит время при монтаже и демонтаже датчиков. Достаточно заменить датчик на аналогичный и присоединить кабель. Оборудование готово к работе. Мы всегда готовы подобрать для вас датчик или разъем из нашего широкого ассортимента.